Гимн России прозвучал в сквере на проспекте Ленина. В день памяти погибших при исполнении служебного долга офицеры традиционно чествовали героев. Сотрудники полиции, ветераны и родственники погибших возложили цветы к мемориалу. День очень и очень важен для нас, и он ежегодно проводится. Традиционно, в общем-то, он 8 ноября проводится, но ввиду того, что там дальше заправочные мероприятия проводим сегодня, из года в год приглашаем семьи погибших, всего их на учете на сегодняшний день состоит 48. Каждый из этих людей потерял близкого человека. Валентина Грибова возлагает цветы к мемориалу в память о сыне. Он служил в ОМОНе, находился в командировке в Грозном. Оказывая помощь группе разведки, попавшей в окружение бандитов, заслонил собой раненого солдата и попал под автоматную очередь. Награжден орденом мужества. Посмертно. Мальчик тот остался, конечно, жив. Но Андрюши не стало. Если бы не было таких достойных ребят, то как бы мы все жили? Благодаря вот таким подвигам, благодаря те ребята, которые погибли при исполнении служебного долга. Это же очень важно. Сотрудники полиции считают своим долгом всячески поддерживать семьи погибших и сохранять память об ивановских героях. Ведь пока жива память о человеке, жив и он сам, и его подвиг. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.